На проспекте Музрукова неизвестные разбили лобовое стекло автомобиля и забрали из него топор, с помощью которого проникли в магазин электроники. Злоумышленники украли технику на 150 тысяч рублей. Там же, на проспекте Музрукова, пьяный саровчанин устроил танцы на капоте Форда Фокус. Из повреждений на автомобиле вмятина на крыше и на капоте. Гражданин установлен, он находился в невменяемом состоянии. Ну, в общем, в алкогольном опьянении, а все остальное уже будет установлено после экспертизы. С началом учебного года увеличились случаи наездов на пешеходов. На улице Герцена водитель сбил школьницу. Девочка отделалась ссадинами и ушибами. Ребенок возвращался из школы, проходил около пешеходного перехода. Не по пешеходному переходу, а около. На него был совершен наезд водителем. В настоящее время проводится административное расследование. На прошедшей неделе сотрудники ГИБДД провели областную операцию «Пешеходный переход». Дополнительные патрули у нас выставлялись на пешеходных переходах в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий. Вот и результаты работы такие. Как я уже сказал, 3 протокола было составлено по статье 12.18 административного кодекса. Это нарушение правил операции пешеходного перехода. И 31 пешеход был привлечен к установленным законам административной ответственности за переход проезжей части дороги в неустановленном месте. Сотрудники ГИБДД проверили содержание 51 пешеходного перехода и привлекли к административной ответственности должностных лиц за нарушение в разметке, освещении и установке знаков. Дарья Козина, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24.